В Махачкале предотвращен теракт на городском пляже. Днем у входа на его территорию нашли бомбу. Пакет с торчащими из него проводами заметили прохожие. Отдыхающих быстро эвакуировали, выставили оцепление, вызвали саперов. Сначала место осмотрели с собакой. Она подтвердила наличие взрывчатки, а обезвредить устройство доверили роботу. Мощность бомбы составила 0,5 килограмма в тротиловом эквиваленте. Никто не пострадал.